Здравствуйте всем! Сегодня я хочу показать вам свой наборчик. Вот я недавно прикупил его. Бэушный он, конечно. Ну ничего, зато все идеальное, можно сказать. Пополнение арсенала. Готовимся к лету. Вот такие вот тут воблеры. Отлично пойдут для щучки. Так. Вот такие вот силиконовые тоже приманочки. Вот тут это у меня такая есть шикарная штука для щуки. Вообще класс. Но она и по траве нормально идет. Она сильно не цепляется, потому как крючок находится. Поводочку сюда цепляется. И он лепестками не дает траве зацепиться. Так. Попперы такие, два штучки хорошеньких. Ну, это, конечно, крупновато, но ничего, для щучки. Осенью особенно. Осенью пойдет такой воблерок, копер. Так, два поменьше воблерка для окушка, для щучки тоже нормально. Такой вот воблер. Так, блесенки. Вот нулевочка мэпс для хариуса, вообще отлично. Вот тоже, ну я так полагаю, нулевка, но тут что-то 2-0, не знаю даже. Вообще для хариуса супер будет. Так, ну такие вот колебалочки на щуку другого цвета немножко. Они вообще новые, не использовались. Вот, воблер, классно. Вот, для сна, рыбалка. Такая вот. Такие вот две штучки. Вот, тоже коленочка. Вот колебалка. Прикольненькая. И такой, кстати, ни разу еще не пробовал даже. Ждем, ждем, ждем сезона. Вот такие вот. Три штучки разного цвета. Так. Это что? Тоже мэпс. Один плюс написано. Че один плюс? Маден Франция. Интересненький. Больше на четверку похоже. Такая вот единичка. Для окуня шикарно будет. Ну, тоже окуневая. Окунь попрет по-любому. Двоечка 4 грамма. Вот это больше на хариуса пойдет, единичка. На окуня можно, конечно. Так. Ну, тут карабинчики. Ну, такие карабины я в основном на стукан. Ну, на налима зимой. Не знаю, для лета большие сильно. Так. А, я ее показывал. Такой вот наборчик интересненький. Ну, это доделать уже. Блесны там. Кембрики. И вот такие бусы. Разноцветные. Нормальная вещь такая. Ну и такие вот для щучки, для окуня. И блесенки. Так, теперь сейчас закроем. Вторую сторону покажу. Тут силикон.
в основном силикон. Вот сразу покажу такую блесну. Огромная блесна. Это только когда или на хорошую щуку, или на хороший жор. Когда у щуки она прыгает на все подряд, такую тоже можно. Такие вот бокорезы. Нужная вещь. Силикон. Такой вот силикон. Кстати, классно тоже фосфорный он светится. Сейчас я даже вот этот должен светиться. Вот. Потом этот должен беленький тоже светиться. И некоторые из больших должны светиться. Сейчас попробую свет выключить, показать. Так. Так, ну как-то так вот он светится. Так-то камера все равно не передает, как он светится. Так вообще-то он классно светится. Такие вот рычки. Такой вот силикончик. Для окуня вообще шикарно будет. Такого цвета силикончик. По цвету более оттенку подходящему. Сложилось, пытался красненький вот. Всякие тут всякие крючки, кольца заводные, тройнички, карабинчики, вот эти вот пойдут, конечно, для поводков самому делать. Где-то вертушки. Такой вот силикончик. Такая вот рыбочка. Рыбка еще есть. Поводки. Вольфрам. Ну, вот эти вот, правда, вот этот силикон. Вот этот. Это я доложил сюда. Вот, вот этот. Это сам я выливал. Тут мушек для хариуса всякие, ну самодельные, я так полагаю. Такие вот рыбки силиконовые, интересные, прям на рыбку похоже. Лягушки такие, не знаю. Лягушки, так. Этот силикон тоже интересный. Будет по-любому на окуня работать. Этот силикон, я даже не знаю, он тоже фосфорный. Этот фосфорный, этот. Вот этот фосфорный. Вот этот большой. Этот не фосфорный. Я на такой в основном редко люблю. Не знаю, может попробовать в этом, но очень большой. Ну, и так вот помелочись, кошки такие, силикончик. Ну, как-то так вот. Ну, в общем, за вот это все добро отдал я 1500 рублей. Я доволен. Доволен. Подарком. Это мне подарили жена. Жена сделала подарок на Новый год. Можно так сказать. Все. Всем спасибо. Всем пока. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся. Всем удачи.